приехал. Сейчас будем показывать находкинские тропки. ГР7 и бета X-Trainer. Народ купается уже. Пляжный сезон открыт у людей. А мы им сейчас тут мешать будем. Извините, люди добрые. Землю под ногами потерял. Да я сейчас думаю, может по траверзе заехать. Тропинка, думал это. Ага. Че, вниз? Давай просто чуть вниз и поэтому там уж. Нам наверх? А? Наверх? Да, вот там на эту сопку, там тропинка идет. Вот так? Yeah.
что можно показать, поехали. Едем на мыс Посека, Припасика. Только раз тут уже были, и что-то как-то ни разу не доводилось мне снять это место. Сейчас вот сниму. Вот она, красота Приморского края. Ну да, живописное место. Водичка красивая, да? Морские глубины же. Тропка на китайский. Сейчас спустимся на пляж и потом наверх подъем к батарее поедем. Вот это тоже прикольный подъем. Едем на батарею. Села батарейка уже вторая. Батареи. Сейчас едем в сторону Попова. Денчик говорит, есть какие-то прикольные тропки. Сейчас покажу. Костян дубасит. Вообще, да, как по асфальту. Даже не интересно. Блин, нифига себе. Ветка. Вот так вот боты спасает. Офигеть. Ветка в ногу попала. Нормально так. Фу. Вот так вот. Отпустил! На камеру могу только исполнять. Вот опять подъем, он, который мне не дается нифига. Костян поехал. Сейчас полем, как по асфальту заедет. Вообще. Бухта Попова по традиции. Третий.
хватает. Оп-оп-оп-оп-оп, хорош. Главное не выкинул, там уже затащим, если что. Да не, сам заедет, да? Сам заехал. А теперь мы едем на пианино.